Ну и хотел также показать, опять мы в Никопольском районе, томат Адриатика. Первое, что хочется отметить, это очень высокая устойчивость к вирусам. Лист чистейший, без каких-либо повреждений. Так, смотрим. Первая кисть, вторая кисть, третья кисть, вот у нас четвертая, такие вот, пятая, шестая. Средний вес плода идет 200 грамм. Растение имеет очень высокую устойчивость к перепадам температур, так как у нее короткий лист. Она устойчива к серым гнилям, к бактериозным заболеваниям. Вот такие вот красивые плоды. Томат очень плотный, с насыщенно красным цветом. Вторая. Вот, подходит очень просто в выращивании, подходит для любых вариантов выращивания, как под отопление, без отопления, для второго оборота. Вот такие вот плоды. А еще бурая, начинает спеть. Очень интересный томат, особенно если выращивать его на второй оборот, когда очень большое количество вредителей, которые переносят вирусные заболевания, Адриатика все это выдерживает и дает красивый, качественный плод. Как можно видеть, растение открытое, все кисти абсолютно видны. У нас первая, вторая, все видно. Вот тут уже видно цвет ее. Вот так вот выглядит томат Адриатика.